гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Представители имени без труда справляются со своей жизненной миссией. По натуре они необычайно жизнерадостны, излучают внутренний свет и любовь. Они также одарены богатым воображением и творческими способностями, которые часто реализуются в артистической карьере. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие, способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Люди с таким именем склонны к повышенной внутренней чувствительности и нетерпеливы, особенно в делах не слишком важных. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Как правило, обладатели этого имени всегда стремятся быть в центре внимания, всегда приветливые, дружелюбные. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. «И» – тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.